Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня мы только прикоснулись к базовой конструкции. Мы разобрали с вами, как строить блузочку без рукавов, например, да? Но и на обычную, конечно, фигурку. Вы знаете, что множество фигур у нас есть не очень обычных, и там существуют тоже определенные какие-то вещи. И в рамках вот уже обучающих, серьезных моих материалов это все подробно-подробно рассказано. Ну и, конечно, рассказано там изделие без как строить выкройку с рукавами. Вот, это тот сайт, на котором будут располагаться все учебные материалы. Называется он коломейка.ру. Я являюсь автором нескольких учебников. Здесь есть два больших продукта, они делятся. Это видеошкола и есть видеокурсы. В чем отличие того и другого? Сейчас мы с этим разберемся. Итак, видеокурсы по кройке и шитью – это идеальное дополнение к тем книгам, которые я пишу. Последняя книга, очень нужная вам и полезная для вас, называется «Кройка и шитье». Так вот, самым главным в этой книге, я считаю, является создание вашей идеальной выкройки. Если вы учтете все особенности своей фигурки, правильно снимете мерки, сделаете анализ своей фигурки, вам удастся построить именно ту выкройку, которая будет сидеть на вас безупречно. Стоимость, вы видите, какая у нас этого курса. Здесь 27 подробных видеоуроков, а сколько видео тут снято, я даже и представить себе не могу, я их не считала. То есть курс очень объемный, очень подробный и очень детальный. Начинается он со снятия мерочек и анализа фигурки, а потом продолжается построением именно вот этой самой базовой конструкции. Больше того, этот курс дополнен еще и моделированием. Бонусом к этому идет моделирование. Вы знаете, что базовая конструкция – это еще не до конца выполненное нами платье, да? А вот когда мы уже переведем выточки в другое место, построим какие-то рельефы, кокетки, драпировки, вот это и будет та задача, которую решает как раз моделирование. И бонусом, совершенно бесплатно, я вам показываю очень много примеров моделирования, самых нужных, самых необходимых. Я не претендую на охват всевозможных фасонов, потому что это невозможно и нереально. Но показать вам базовые, как говорится, вещи, я считаю своим долгом, чтобы вы, закончив, вот, пройдя вот этот курс построения вашей идеальной выкройки, уже сориентировались и смогли сделать выкройку, в принципе, самого такого вот обычного какого-то фасона платья, которое мы носим в повседневной жизни или даже нарядного платья. Следующий продукт. Это называется «Шьем ваше плечевое изделие». Что такое плечевое изделие? Плечевое изделие – это в данном случае здесь разбирается жакет с вточным рукавом и жакет, причем еще приталенный. Так получилось, что я не хотела этот пошив снимать, но по вашим просьбам, когда я показала его раскрой сразу на ткани и сметку, все захотели продолжения. Поэтому в каникулы свои я сняла еще и продолжение. И получается, что вот в этом курсе мы говорим уже не о том, как раскроить, как подготовить вашу выкройку, как подготовить вот эти лекала. Мы будем считать, что выкройка у вас готова. Или вы уже умеете, допустим, раскроить это сразу на ткани, как я делаю это, да, то вы должны уже приступить к пошиву этого изделия. Весь пошив – это четвертая часть в изготовлении любого нашего изделия, состоит еще из 12 шагов. Нужно делать их в определенном порядке, с теми мелкими замечаниями, подробностями, которые и влияет на качество нашего пошива со всеми этими. Вот об этом, обо всем я не только рассказываю, но и показываю в этом курсе. Он снят в точности по книге «Кройка и шитье», где я рассказываю третью главу, как шить наши изделия. Причем не конкретно брюки, юбку или блузку, или жакет какой-то, или платье, или пальто, а именно любое наше изделие, то есть что вы должны делать обязательно и непременно, независимо от того, какой ассортимент одежды вы в данный момент выполняете. Все это описано вот в этой книге «Кройка и шитье». Но если вы посмотрите это еще и в видеоуроках, в видеокурсе, я считаю, что не понять это будет невозможно, потому что не все возможно рассказать словами. Легче гораздо показать это ручками, что я и с успехом выполняю в курсе «Шьем плечевое изделие».
Выпустила эту книжку издательство СТ, год издания 20-й, количество страниц вот такое-то. Купить можно, заказать по интернету и купить на определенном, на любом вот таком вот сайте, либо в Литресе, либо в Озоне, в Лабиринте, «Читай город» сюда можно включить, что еще, «Вайберис» можно включить сюда, ну и так далее, кому что удобнее, кому что доступнее. Что еще я предлагаю вам со, с большими скидками? Это видеошкола. Видеошкола содержит запись 27 больших подробных занятий. Достаточно сказать только то, что, например, свои очные курсы я провожу в Москве, и у меня туда отводится 48 астрономических 60-минутных часов. А вот в этой видеошколе их не 48, их почти 68. То есть информация настолько детальна, настолько подробна, она пересказывает полностью книгу «Кройка и шитье», и она повторяет мой программу очного курса, с которой приходят ко мне девочки. Не все могут попасть ко мне очно, но все хотят научиться шить быстро, просто, качественно и правильно. И поэтому к вашим услугам вот эта самая видеошкола. Она состоит, повторюсь, из 27 объемных, достаточно больших, протяженностью 2-2,5 часа занятий, но начинается со снятия мерок, включает в себя и построение базовой конструкции на разную сложную, несложную фигуру, обычную, все исключения из правил, а в дальнейшем идет разбор опять моделирование, то есть изменение этой базовой конструкции. Сюда включаются и рукава реглан, и цельнокраенные, и двухшовные, и брюки, и чего тут только нет. В общем, эта программа очень большая и обширная, и тоже на целую неделю мы даем вам 50% скидку на эту видеошколу. Вот так выглядят записи занятий. Надо сказать, что первые 7, первое вообще у вас идет бесплатно, мы объединили в один блок. Почему? Потому что не пройдя вот эти 7 занятий, вам просто не построить выкройку на себя. Потому что только в 7-м занятии вам становится понятно, к какому типу относится конкретно ваша, например, фигурка, и какие дополнительные действия нужно выполнить в базовой конструкции, чтобы ваша фигура, ваше платьице, ваш костюмчик сел сразу на первой примерке. Потому что, не зная информации, которая излагается здесь, я никому не рекомендую строить выкройку на себя, потому что у вас родится много вопросов. Не пройдя вот эти 7 уроков, вы задаете эти вопросы мне, а я не могу вам ответить кратко, потому что информация очень большая, объемная, и лучше вам постепенно вникать в каждую мелочь и в каждую деталь, чтобы вопросы отпадали сами собой. Поэтому изучайте, смотрите внимательно и рекомендую вам покупать вот эти первые семь занятий сразу. Потому что, и видите, она тоже уже идет у нас со скидкой, если вы 7 покупаете, а в рамках вот этого марафона будет еще меньше. Ну и дальше по списку вы можете посмотреть, какие там занятия и что включает в себя программа. Программа, повторяет книгу «Кройка и шитье» полностью. Ну и как купить? Все можно купить на сайте koloimeika.ru. Пожалуйста, у вас есть хорошая техническая поддержка. Наша Леночка всегда на связи, она помогает. Если технически что-то у кого-то не получается, вы можете легко это сделать, обратившись к ней за помощью. Там есть и по WhatsApp возможность связаться, и написать письмо на почту. Выбирайте путь, который вам более удобный. Все технические вопросы к ней, ну а уж вопросы по кройке, по шитью, по построению выкроек, пожалуйста, ко мне. Чат работает. Телеграм-чат. Я буду там, я буду следить за вашими вопросами, буду отвечать по мере возможности, хоть я и очень занятой человек. Но, тем не менее, ждите. Все равно всех просмотрю и без внимания никого не оставлю. Если вдруг кого-то пропущу, пожалуйста, повторите свой вопрос, чтобы он был в конце, чтобы я его уже увидела. Ну, собственно говоря, вот и все. Да, прежде чем задавать свои вопросы по выкройкам и почему у вас что-то там не получилось, пожалуйста, обязательно пошлите свое техническое задание, чтобы я видела те исходные данные, которые вы применяли в построении своей выкройки. Тогда мой ответ будет более правдоподобным, более объективным и более качественным для вас, и мне будет легче, и вам будет все понятнее. На этом разрешите эту часть закончить. Всегда ваша Галина Коломейко. До
встречи.